Одинокие туфельки и части машин – это лишь малая часть необычных находок возле административного здания. В ходе субботника сотрудники телеканала «Вариант» на «Диктора Левитана» убрали сухую листву, окурки, бутылки и прочий мусор, а также ветви деревьев, оставшиеся после недавней опиловки. Самые большие из них приходилось разламывать вручную, а уже затем складывать в большие мусорные пакеты к другим отходам. В субботнике участие приняли редактор, операторы, корреспонденты, режиссеры монтажа, менеджер по формированию сетки вещания, а также заместитель директора телеканала «Вариант» по управлению персоналом Елена Корюкова. Вышли на субботник почти все сотрудники нашей телекомпании. Мне кажется, субботник – это очень важная вещь, потому что чистота – это делает, ну, как-то мир приятнее становится, и нам жить становится лучше. Сегодня еще и чистый четверг, так что совпало два таких события – и чистый четверг, и субботник. В административном здании на «Диктора Левитана» 27А находятся и другие организации. Ежегодно, кроме сотрудников телеканала «Вариант», на субботник выходят мировые судьи, работники филиала городской библиотеки для детей и молодежи, областного киноцентра и других учреждений. В этом году порядка 30 человек. Собрать удалось 20 пакетов с мусором, которые вскоре вывезут с территории.